Корабль называется «Витязь», экскурсия, то есть, да? Антон, не забывай, что надо женщин помогать. Служебное помещение, да. Повесь, пожалуйста, здесь на плечо, а то переживаю. Это каюта капитана. Вот написано. Пока не ходи сейчас. Пока за все не пройду, всегда хочу сходить сюда. Тоже служебно. Ну да, здесь она тоже служебная. А снимать там нельзя. Такие стульчики. Вот такая картина. Забыла, как называют? Тоже компасы. Это все компасы. Мы его увидим и здесь. Вот один из компасов. Да. И еще, Екатерина, у нас тоже есть компасы. Великие географические открытия. Тот, которому мы привыкли с вами сейчас визуально, да, его легче всего опознать, поэтому мы не любые обращения больше всего. Вот такие вот еще, например, вахтенная доска. Инструменты были. Ну, хотя, знаете, я уже не знала о том, что мы будем сложить. Идут сплит-система. Полагали матросы замечательными. Вот подобными инструментами я бы не взялась воспользоваться. С их помощью можно было определить место нахождения судна относительно небесных светил. Да, при всем своем образовании, не морском, к сожалению. Ну вот, навигация, конечно, не обладает. Это следующий раз, что вы пошутите. Девочки. Упс. Ну, смотри. Блин. Надо сфоткаться. Кухня закрытая, а? Обалдеть. Такая, ну, правильно, чтоб не лазили. Видал, какая маленькая? Ну, раковин много, да? Чтоб мыть. А вот и фото. Обалдеть. Такая что, так история, да, когда так это? Ну, конечно, там здесь нет. А, Титаник прям. Туда нас не пускают, запомнила. Там ресторанчик. Ну, нифига себе, знаете. Это спальная комната, кажется. Да. Каюта. Купе. Это для как спали. Шкафчики. А что, мне нравится, да? Довольно-таки. Ну, прикольно, да, на двоих. Да? Шахмат. Это шкаф, да, походу? Это шкаф. Стол больше, чем диван. Классно. Литвин Владимир Михайлович, 32-го года рождения. Географ, 5 лет. Саш, работа. 32-й год. Спектр отдела кадров Котова, уже тогда было 9 мая, заведено. Обалдеть. Морская медицина. О, врач. Обалдеть. Смотри. Еще все живо. Это моя, я так боюсь всего этого. А мы сейчас под водой. Наверное. Нет, мы на земле под водой же. Ты же видишь, там нет воды. Ну, там мы еще не под водой. А там он койки этих больных видела. Угу. Вентиляторная. Вентиляторная. Вентиляторная написано. Вот это он для больных. Фонар. Фонарная. Ау. Иди сюда, только не убейся. Вот такой здесь. Так вылез внутреннее помещение судна «Витязь». О, Господи. Обалдеть. Прогнил уже. Погреб какой-то, да?
Пуся. А як там? Мартышка. Ну, я. Видел? Ой, тут что-то погром. Внутреннее я... написано. Ксюша, только осторожно поднимайся. Нифига себе, Лен. Чё? Смотри, чтобы мы Антона не потеряли. Здесь. Каюта старшего механика. Ох, какая. Я туда зайду. Зайди. Нельзя открывать. Нам еще к родителям надо пойти. Тогда и то как-то все так цивильно, да, все было как-то. Океана. Оазис в пустыне океана. Всем привет, с вами Ксюбеш и Егбеш. Это моя сестра. Эндолебеш. Сестра. Как устроен риф? Эвакуационный выход. А, это не нам? Рыбу ловит. Что это такое? Маленький такой толчок по телевизору. Да. Чё туда? Там ещё один. Это раньше так печатали? Чё это за червяки? Планктонособиратель Багарова. Стакан сгущения планктона. Господи. Штемпель пипетка. Торсинные весы. Торсинные. Стоянка судна. Какая раковина, видишь? Молодцы. Что такое тогда уже было? Крючья. Отщупали из кальмара. Клюв кальмар. Ихтиологичная лаборатория. Тогда она и была, да, уже? Антон, это уже лаборатория, тогда она и была, видишь? Вон фотки, видишь, ловили? Ага. Рыбки. Уже все. Кузовок. Кузовок, да? Смотри. Квадрат. Рыба, помнишь, летала, да. Летучие рыбы. Я ж тебе жизнь пи привезла. Смотри. Пинакор. Акула какая-то. Тупорылая Маргретия. Видел? Такое тут окошко. Здесь кушать готовили, столовая. Пекарня, точнее. Да, без хлеба куда? На хлебе все наедаются. Масса держится. Видела пекарня? Столовая. Классно, да? Хлеб не попал, да? Открывается? Нет. Вроде запечатано. Нет, закрытый. Наложили это искусственное. Ага. Что такое, как в больнице? Вытяжка, наверное, здоровая. Ага. Ну смотри пока. Чаи вон там написано. Ага.
уровень мова. Ты читай, ты же умеешь читать. Штука какая-то. Как же корабль криво стоит. Скриво, да, чувствуешь? Угу. Чуть-чуть кривенько. Просто так поставили. О, боже, да? Марианская впадина, как под днище. Это, конечно, будет. 11 километров. Без руков Индийский океан. Это стекла, что ли? Или что это? Симпозное стекло. Это самое красивое украшение. Да, ну. Я люблю такое натуральное все. Да, базальт. Я больше не доделаю. Базальт порфировый. Сланец альбит хлоритовый. Третий анартозит. Черт, ты чё? Простые камни, что? Я не увлекаюсь таким. А, да, блестит. Не переливается. Не передать, наверное. А, что, такие на море валяются. Всякие их не штуки. Что за химот? Ого. О, Кент стоит мой. Господи. Ого. Это моторный отсек, что ли? Механик? Что это? Машинное отделение. О, как помнишь, его там в Титанике, когда там топить начал? Конечно. Акулы? А, ну, всякие такие уроды, да? Вот, если вам не даст ничего, но пол здесь, конечно, кривой. Но в плане того, что корабль, дать немножко... Кривоват. Да. Не ваша ли это самая большая акула с таким ртом? Может быть. Написано, погладь акулу. Акула? Я вообще не могу говорить. Ее, походу, уже расхерачили. Бурая, короткошипая. Краткошипая. Акула. Ой-ой-ой. Как наждачка, да? Ну, сколько а как вы хотели? Еще. Да он еще не посмотрел ничего. Он все уже увидел. Знаешь, что он акул боится? А я тем более. Каюта старшего штурмана. Мне очень нравятся их каюты, они такие классные. Красивые очень такие, не это знаю, что? Строгие. Модные, на самом деле, сейчас темные, ну, как, да, модные. Это там всякие часы были или что? Кренометры, приборы для измерения угла крена судна. Барометры, приборы для измерения атмосферного давления. Вот я тебе сказала, что и что. Как же мы пойдем-то без него? Как в фильме. Как в фильме, да? Ага, читаю прям. Это что такое? Вроде не бильярд, ничего, что они тут делали? Он застрял там. Если боишься. Кают-компания. Ну тогда телевизора, конечно, не было. Рейсы. Начал в 49-м году. И последний в 79-м, что ли.
А если все? Да, начал в 49-м, последний рейс. В 79-м году. Черное море, Атлантический океан, Средиземное море, в сером случае. А что стоим, я понять не могу. Вы имели мужество и проницательность взять целый океан как область своего изучения. Роджер Ревилл. Калины нету. Зеркало. А вот и я. Для этого номера всего мира Витис является лучшим легендарным проблемом. Участники экспедиции, награжденные орденами и медалями. Кстати, часы не идут, походу. Пианино. Штора. Из-за шторы вот что. Тоже повод немножко кривоват. Во время экспедиции Витязь заходил на 100 портов более 40 стран мира, да. Где ж нам сфоткаться-то? У Титаника было много. Миша, повернись к Ване. Миша, повернись к Ване. Сфоткаешь? Ксюш. Настоящие, по-моему, что ли? На одну сутки 2 года. Каюта натуралиста 19 века. Листики какие-то выложил. В любом случае, это те люди, которые, о которых мы все в школе все проходим. Это эти люди все изучали. Mm-hmm. Чтобы мы теперь просто в школе проходили, видишь? Маршрут экспедиции вокруг света в поисках янтаря. Образцы янтаря разные, да? Да и пройду. Янтарная каюта. А. Каким боком он там какая? Смотри, даже не центрированный. Смотри, волосы сюда. Куча-куча янтаря. Камни, янтарь, который бабочки красивейшие.
Все это продается вот в этих магазинчиках, но дорого стоит. Предмет для буддийской. Палочки для еды японской. Инвентаря. Морской офицер, участник арктической экспедиции начала 20 века, его каюта. Прикольные каюты, да? Конечно, они такие стильные вообще. Сейчас так вообще, наверное, бомба. Ледобур. Интерьер дома, полярной станции. Ружье. Запах такой деревянный. Какой такая это, то есть развалится, да? Давай. Самовар. Это да. О, медведь. Пипец. Кабинет Макарова. Сюда у него диван. Ну, всегда так было. Что это такое? Не знаю. Фрагменты каюты рядового состава. О, господи, бедные люди, у них же остеохондроз таким путем был. Это все. Вообще офигенно. Каюта. Издевательство над людьми. Рядовые. Нельзя так, кошмар, когда это все кончится. Да, нет? Каюта начальника экспедиции. Вот этого добровольский на Витязи, 49-й год. О, он у меня вот такую вот кровать. Со шторками прям. Калининград. Вентилятор есть. А это что у него тут закрыто? А ты он спал, да? Угу. Шахматы, видишь, они играли. Дверь не открывается. Телефоны уже тогда, да, были? Угу. Пойдем. Слушай, перестань подгонять. Бочерк такой, пипец, ничего не понимаю. Как у меня. Добровольский Северов к развитию синаптического метода в океанологических исследованиях. Плавание Михлука. Михлука Махлая. Да, Михлуха Махлая. Вспомнила я его. Какие-то штуки. Что он там делает? О, этот смотрит пальмы. О, господи, что вы творите опять? А кто это? Корвет Витязь? Для какой стул? Хороший стул. Ага. Шумейки. Книга почетных посетителей Витязя. Тоже мне. Я самая почетная. Да, Ксюша? Мы самые почетные. Окошки. Из окошек виден кафедральный собор. Вон там. Ученая комната, это навигационная рубка. Ага. Радиолокаторная. Каюта капитана, о. Красивая рубка. Ничего себе чего. Внутри мы не можем посмотреть. Это каюта капитана. О,
Это самое место такое известное. Кстати, мы приходим оттуда, ну, ну сам знаешь, да? Ну что она тяжелая, пипец. А что это? Качает. Что это такое? Телефон. Телефон. Ничего себе. Его засваривали? Ладно. Будьте осторожны, стекло. Код азбуки Морзе видел? Угу. А. Усиление ветра. Обалдеть. Там вообще ничего не понятно. Почему понятно? Научиться, конечно. Два года в трубе. Конечно. Гидропост. Румпельное отделение. Глухота. Глухота. Не ломает она. Ну и что, как мы? Где фоткаться будем? Вылезли мы, в общем, с корабля. Наконец-то. Витязь, Калининград. Я, блин, в эти штуки боюсь подходить, кажется, что я вывалюсь с этих дырок. Ксюша, стой здесь, не ходи нибудь, да? Боюсь. Куда пошла, сейчас вывалишься? Ксюша, ты меня почему не слушаешься? Куда мы подобрались? Управление судом отсюда. Красота. Вот строят музей Мирового океана. Здание. Антон, Титаник сделаем? Плавал, знаешь, все это.